Подстригание ногтей. Действительно, нельзя оставлять их больше 40 дней. Однако некоторые люди нуждаются в укорачивании их каждую неделю. Но выделяем ли мы пятничный день для выщипывания волос под мышками, бритья лобковых волос и укорачивания ногтей? Если так совпало, что он укорачивает это в пятницу, нет в этом проблем. Однако преднамеренное совершение это именно каждую пятницу, нет, это неправильно. Понятно? На этих двух главах закончим.